это у нас кто? Это у нас Акана, наверное, да? Правильно. Угадываю, не глядя. Акана, поехали. Я зашел в мут. Ебать, что делать? Ого. Произошел ноль на постановке. Размучен? Акана, ты знаешь, да, за что ноль? Да. Из ошибок с дальнейшими, просто дальше посмотрел ради интереса заезд. У тебя косяк только с последним тачем. У тебя очень хорошо получилось взять на вторую полосу, прям ровно в середину тача ангоу, ты заехал на предпоследние два. Очень классно здесь сделал, но постановку проебал. Поехали. Второй. Если ты хотя бы тренер. Нет. Вот тебя дедовской. Дедовской проезд. Ну ладно, ли? Не-не-не, не будет нормально. Это тоже хорошо. Да. Парни все проходят. Что с кастером? Почему колеса в положительном развале? Вон Руксли. Размучу. Стиль так. Какой? Да, стиль утиль. Я первый раз еду. На постановке тебе что-то тянет тебя на широкую, прям хочется тебе широко поставиться. Вот, из-за этого тяжело, очень тяжело было тебе заехать во второй touch and go. Прям супер тяжело я видел. С коррекцией, с торможением. Заехал все-таки во второй. Дальше. Третий, четвертый touch and go. У тебя на перекладке со второго в третий коррекция углом. Незначительная, но обрати внимание просто. Вот. Потерял стиль, потерял траекторию после постановки. В остальном едешь хорошо. На перекладке из пятого в шестой, там где шестой это поребрик. Я помню. Будь аккуратен, потому что едешь на грани вылета. Вот. Очень хорошо у тебя получается очень хорошо получается брать предпоследние клипы. Ну, тачи вот эти вот. Которые третий с конца и второй с конца. Угу. Вот. Седьмой и восьмой это, наверное. Седьмой и восьмой, да. Вот. И в конце тоже будь аккуратен. Заезд неплохой, но ошибка на постановке тебе портит картину. Наверное, гоняюсь там сильно, как-то заугливаюсь, я говорю, первый раз. Ты поздно ставишься. 79. Поэтому, а, конь уже ехать. Уже боком в него в жопой лететь. А, да. Чуть-чуть. А потом прям на конусе надо ставить. Ну, потренируйся. Нормально, у тебя в голове понимание есть.